он был ничтожной, маленькой былинкой в высоких зарослях бамбуковой родни, и если кто-то проходил тропинкой, он видел небо в солнечные дни. Он видел над собой божественное око, и взор всевидящий повсюду ощущал. Он полюбил тот взор душою одинокой и, радуясь, чего-то ожидал. Однажды тихим днем Господь ему явился. «Бамбук», — спросил он, — «любишь ли меня?» «Люблю», — сказал бамбук и низко наклонился. «Доверься мне, я поведу тебя». Господь лопатой выкопал с корнями и бережно его пересадил. Затосковал бамбук, часы казались днями, и день ему, как месяц, проходил. Но укрепились корни в новой почве, и начал он расти красивым и большим. «Как ты красив!» — шептали звезды ночью. Днем ветер, солнцем любовались им, и он блаженствовал в своем великолепии. О, как он Господа за все благодарил! Господь пришел однажды в летний вечер и взял топор, под корешок срубил. Ему казалось, ничего больнее он в своей жизни не переносил. Теперь бы умереть, да лучше поскорее, а жить нет ни желания, ни сил. Но вдруг он услыхал знакомый, нежный голос. «Бамбук, скажи, ты любишь ли меня?» «Люблю», — сказал бамбук, склоняясь, как спелый колос. «Доверься мне, я поведу тебя». И раскаленным добело железом он начал внутренностью выжигать до дна, и до того он жёг ее и резал, пока пустою стала вся она. Бамбук стонал и холодел от боли, но он доверился и должен был терпеть. Он предался совсем Господней воле и за нее готов был умереть. И взял Господь бамбуковые трубы и проложил из них водопровод. Бамбук был рад, что не родился дубом, по дубу ведь вода не потечет. Открыл Господь бездонную криницу, и потекла живящая вода через бамбук в ближайшую больницу, в ближайшие деревни, города. Но вдруг иссякла, и бамбук смутился. Он начал слезно к Богу вопиять, и тут Господь ему опять явился. Бамбук его стал громко вопрошать. «Господь, ты знаешь, как тебя любил я, ты знаешь, как теперь тебя люблю, и как старательно живую воду лил я, и вот теперь, хотя хочу, не лью». И отвечал Господь: «Давай проверим, моя вода течет, как и текла в тебе. Хотя меня, себя мне сам доверил, самоуверенность-то ведь была». И так сказав, Господь напор усилил, и из трубы, хотя не без труда, большая жаба вылезла, и с силой забила снова чистая вода. Бамбук душой склонился низко-низко, склонился, как росинка на лугу, и прошептал: «Хочу, чтоб Бог был близко, я ничего без Бога не могу». Аминь.